Всем-всем большой привет! Сделала я второй заказ в компании Faberlic по второму каталогу. Дело в том, что девочки при первом моем заказе мне подсказали, что я упустила акцию, где можно подписаться было на группу ВКонтакте и получить на одно средство, любое косметическое из компании Faberlic, скидку в 70%. Ну, мне было очень жалко эту скидку упускать, и поэтому решила сделать второй заказ. Тем более подружка попросила кое-что заказать для нее. Давайте я вам покажу, что взяла она. Из серии BioArctic она взяла два шампуня. Первый — объем для тонких и ослабленных волос с экстрактом полярного мака. Из всей этой линейки вот это мне самый любимый, вот с полярным маком. Я лично очень-очень люблю. Единственное, вот как моя голова реагирует на этот шампунь. Ну, вместе с бальзамом. Я беру с бальзамами всегда. Если постоянно пользуюсь в течение месяца, голова привыкает, может даже чесаться. Вот такое бывает, что аллергическая какая-то такая реакция. Или подсушивает немножко волосы, кожу головы. Но в целом, если вот чередовать с чем-то, мне очень нравится этот шампунь. И второй взяла подруга для всех типов волос. Это на каждый день. У подружки не густые волосы, жирные. И говорит, ей очень хорошо. Такой шампунь подходит для ежедневного применения. Так, еще она заказала себе два вот таких бальзамчика «Зима». Вот, к сожалению, про бальзамы сказать ничего не могу. Кто-то говорит, что они хорошие, кто-то говорит, что они слабенькие. Но я думаю, это от проблем зависит. С губами у кого какие, поэтому тут я ничего сказать не могу. Если кто-то из вас покупал, девочки, мальчики, и пользовались, вы расскажите, пожалуйста, достойны ли эти бальзамы. И если кого-то это интересует, а я не подсказала, то я думаю, в комментариях найдут ответ, достоин бальзам, чтобы им пользоваться зимой или нет. В общем, поможете мне. Также решила я взять еще одну футболку. Уж больно хорошая цена была на футболке. Я взяла сыну еще одну с тигром. Вернее, я взяла две футболки. Это называется трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мальчика. Но пришла мне одна, и вторую мне, в общем, возврат денег сделали. Я взяла эту фуфайку, она же футболка, на пару размеров больше. То есть тут рост уже намного больше. Я решила, что сейчас рост хороший у ребенка, и если в это лето он будет носить ту, которую я ему ранее купила в первом каталоге, то вот эту вторую футболку он будет на следующее лето уже носить. Давайте я вам покажу поближе. Вдруг кто-то не смотрел обзор по первому каталогу. Качество очень хорошее у Faberlic. Они идут еще и со скидкой. В общем, вот такой вот принт. Футболка стандартная. Швы сделаны очень качественно. Вообще классно. Тут размерчик написан. И вот такой вот тигр, который зеркалит. Видите, в сторону уходит как бы зеркальное такое отражение. Вот, вот такая футболка. Понравилась. Часто в роликах, кто смотрит, где мы вместе с ребенком, сейчас Максимка носит такие футболки, ему они нравятся. То есть ребенку понравилось. Ну и что? Все-таки я взяла на эти 70% скидки. А взяла я вот эту пудру. Не могла я обойти ее стороной в первом заказе по второму каталогу. Я взяла тени, сейчас взяла пудру. Очень хорошее сверху зеркало. Уже все девочки показали, в принципе, эту пудру. Здесь очень понятно и подробно есть такая инструкция, где чем мазать. Спонжик такой с этой стороны, как прорезиненный какой-то такой оригинальный. Ну и, собственно, вот сама пудра. Вот так вот выглядит. Она в серединке, сбоку хайлайтер и со второго боку бронзант. Бронзант все девочки хвалят, он очень красивую тень делает на лице. Не знаю, ну, тут, наверное... Ну, вот пудру не видно, потому что она сливается. То есть это хорошая получается пудра. Хайлайтер тоже яркий такой, приятный. И видно, что бронзер
тоже ложится так не рыжим пятном, а такой, как загар шоколадный такой. То есть тень будет давать хорошую. И хайлайтер неплохой. Единственное, вот как я по девочкам поняла, чуть-чуть пылят. Чуть-чуть пылят, и немножко сложно набирать вот боковые рефилы. Лучше бы они были, как девочки также говорят, отдельно. Но я не буду уже повторять одно и то же, потому что обзоров слишком много уже на эти палетки. И независимо, кто их ругает, все равно берут. Все удивляются, что размер большой. Действительно, они большого размера. То есть это не маленькие палетки, они большие. Прошлый раз я взяла тени, вот они рядышком. Тенями я уже пользовалась в течение недельки. Выглядят они вот так. Хочу отметить, что они вот вверх, не видите, чуть-чуть видно, наверное. Немножко они замыливаются. И хотя с ними сложно работать, действительно их перенести достаточно сложно, но мне очень нравится, как они на глазах смотрится. То есть можно сделать очень красивый макияж. То есть, довольна я ими осталась. И также по второму каталогу я в первом заказе упустила вот эту возможность заказать тушь из новой линейки за 149, что ли, ну, или 169. При покупке на 300 рублей по каталогу можно было ее взять. Взяла с удовольствием. Девочки хвалят эту тушь. Я ее пока открывать не буду, потому что у меня открытые есть. Позднее. И прошлым, тоже в первом заказе, я брала вот этот блеск. Я его еще раз повторяю, просто хочу обратить внимание, что вот эта вот линейка новенькая, она действительно в целом-то неплохая. Где-то палетки идут на четверочку с минусом, но при определенных усилиях можно сделать очень-очень красивый макияж. Блеск этот не просто так снова показываю, я им пользуюсь, он мне нравится, он хотя немножечко липковатый, но держится хорошо на губах, дает достаточно стойкое. В общем, наносишь и пока уж там совсем его не съешь. То есть он держится достаточно долго. Он у меня в оттенке 47-23, я им осталась довольна. То есть вообще вот эту вот линейку молодежную хочу отметить, она неплохая. И макияж можно сделать очень красивый. 70% скидкой пудра у меня вышла вообще рублей 150. Наверное, так. Также были карточки еще. В первом заказе у меня было карточек 5-6. И вот сейчас еще 4 пришло. Но скидки меня сильно не впечатлили. В этот раз самая большая скидка была 50%. И 2 по 50% и 2 по 45%. Ну, как бы, и в самом каталоге есть такие же скидки. Поэтому, как бы, не сильно хорошие получились. Но не страшно. У меня в первом заказе были лучше. Так что будем пользоваться в третьем каталоге всеми этими скидками. Вот такой был у меня второй заказ. Надеюсь, я была все равно полезна. Кто сможет, напишите вот про эти вот бальзамчики из серии «Зима». Мне самой интересно, стоят ли они того, чтобы ими пользоваться зимой именно. А сама я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч и всем пока!